Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Рейтинг отеля на сайте Top Hotel 3.97. Расстояние от аэропорта Хургады до отеля Coral Beach 20 километров. Приблизительно 22 минуты езды. Рядом с отелем расположен отель Hilton Long Beach. Территория отеля большая, есть несколько пляжей, вход песчаный. Необходима специальная обувь, есть и каменный вход. Стоимость отеля с вылетом из Минска Coral Beach Хургада $916 за 7 ночей, 2 человек на питание All Inclusive. С вылетом из Киева этот же отель $448 за 7 ночей, питание All Inclusive, вылет 22 января. Если вы захотите забронировать данные отели, вы можете обращаться в компанию Viking Touristic. Наш сайт viking.by. Отель Coral Beach. Это 4 звезды. Это уже регион Хургада. Отель средний. Стоит он $700 сейчас на 2 человек. Питание, анимация, номера. Здесь, в принципе, цена-качество соответствует своему уровню. То есть среднего уровня он. Ресепшн небольшой. Вот или красивая территория. Нормальное питание, туристы сказали. В принципе, они довольны, вот туристы, которых мы отзывы брали. Бассейн, детские водные горки. Такие видно пошарпанные, кто не пользуется, бассейн чистят сейчас. Территория большая, красивая, много зелени. Не самый дальний наверное, этот. А машинки ходят в территории или пешком все? Пешком. Если там, например, маленькие дети, возраст, состояние здоровья, то потом машина поближе. То есть есть у вас тук-туки так? Да, это бесплатно. Но просто не в плане, что кому-то лететь, знаете, а в плане есть... Необходимости. Территория очень большая, вытянутая. Территория сейчас вообще 1 000 000. Миллион квадратных метров. 11.01, первая береговая линия, номер премиум. Это номер после реновации. Здесь душ, кафе, большие две кровати. Получается, здесь максимально 5 человек, наверное, может вмещаться. Плазменный экран, очень большой номер и вид на море. Выход на балкон, большой балкон, первый этаж и сразу на пляж. Вот он, пляж, тоже очень большой. На территории отеля можно заказать машинку для того, чтобы привезти в номер, если есть необходимость. То есть, если вы, например, у вас травм, вы не можете ходить, пожилой человек или у вас дети. Отеля 2 8.
отель с 11 до 2 ночи. Напитки на дискотеке платные. Поэтому концепция инклюзив там не работает. Wi-Fi на лобби и на ресепшн бесплатно. Номера платно. В отеле есть свой пирс, коралловый. Исполняемость отеля 20%, в основном это гости из Украины. Из стран СНГ, Беларусь, россиян здесь практически нет. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Вот еще один бассейн. Видите, здесь нету бара. Он сейчас не работает. Есть теннисный корт. Несколько здесь, здесь там пляж. Детская зона, видите, тут есть. Парочка качелей, лодки. Территория зеленая, травка, пальмочки. Номер 3101, стандарт. Ванная комната, здесь ванна, кафе. Все чисто, аккуратно. Душевая. Фен. Большой номер. Две большие кровати. Сколько здесь максимальное размещение? Максимальное там 3 плюс 2. Максимально здесь 3 плюс 2. Можно кафель. Телевизор старый. Нормальный номер, очень даже. Я хочу пляж посмотреть. Я на пляж. Балкон. Есть лошадки, видите, стоят в загоне. Вот он, видите, какой большой пляж. Территория большая, пляж хороший, здесь большой. Очень большой отель. Бар на пляже. Сейчас вода ушла где-то на 15 метров. Здесь вход в воду, видите, камни, камушки. Тут нужна специальная обувь. А рядом, вот там, видите, там уже песок песчаный. Есть понтон, есть такая бухта. И рядом еще один пляж. Здесь такая коса. Ну, хороший пляж. Здесь варианты, видите, есть и входа каменного, и песчаного, и коралловый риф есть. Видите, вот там такие шалаши. Скорее всего, это и есть зона нудистская. И вот смотрите, какой вход. Здесь уже разницу почувствуете, песок. Вот. Все красиво. Площадка.
спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.